Ну что, ребят, сижу вот в яме, пацаны сверху, я им давал хрень какую-то почистить. И они почистили, и какая-то лабуда интересная получилась. Не знаю, что это за лабуда, ребят, но какие-то надписи есть. Ну вот на этой ленте, не знаю, может быть и на самом деле это хрень какая-то. Прошу вас отписаться в комментарии, что это такое. Но с обратной стороны имеется, видите, крепежи. Но факт в том, что она, видите, имеет форму сферы. Это означает, что возможно какой-то головной убор. Может быть какая-то кокарда, может быть чего-то. Если у вас есть информация, напишите, пожалуйста, что это такое. Если я что-то напишу, если я что-то найду в интернете, то вы об этом узнаете. Но вещь достаточно интересненькая, очень интересненькая. Вот. Что хрен знает, что это такое, я уже разглядеть не могу. Вот такая, смотрите. Может быть, похоже на Александра. Видите, рисунок как бы Александровский. Ну, не знаю. Не знаю. Рустик говорит, что какая-то кокарда. Ну, не знаю, я первый раз такие вижу. А сейчас, ребят, давайте я немножко вам расскажу о предмете, который у меня в руках. Это кокарда чиновника межевого ведомства Российской империи. Ее носил человек, который занимался делами по всей губернии. О наделении землями, толкование законов о межевании. В 1898 году департамент был ликвидирован, а его функции переданы судебному департаменту Сената. Любопытство было и оценить. Этот предмет на аукционе я нашел стоимостью 500 рублей. Недорого, а приятно. Ну а сейчас возвращаемся на жесткий адский шов. Зачет, зачет.